Новгородская область и сам Великий Новгород – это очень древнее место. Когда-то здесь была независимая вещевая республика, и купцы торговали по всему свету. Здесь очень много талантливых людей, которые могут и, на мой взгляд, должны осваивать международные рынки. Самое интересное началось, когда рядом со мной появился мой нынешний партнер Женя Романова. Мы встретились в роддоме, и спустя год после встречи начали работать вместе как партнеры. И для нас было очень важно реализовать себя, не сокращая время на наших детей, и чтобы себя реализовать. Мне очень захотелось создать что-то похожее на ордена, отсыл к орденам, чтобы женщины как будто награждали себя этими украшениями. Сейчас мы отшиваем коллекцию со стрекозами. Это будет следующая летняя коллекция, легкая. И мы примеряем, какие цвета могут дополнить броши. То есть, либо это яркие цвета, либо наоборот, какие-то мягкие цвета. Мы начинали как хобби. И вдруг это хобби выросло в марку. Причем марку уже хорошо узнаваемую на рынке, на котором и так много брошей. Мы сами пользуемся eBay как площадкой для закупок. И я считаю, что это огромный недооцененный ресурс, который обязательно нужно осваивать. И я очень благодарна проекту за этот волшебный пинок, потому что он очень вовремя. У нас в ближайших планах это расширение команды и выход на eBay, как на площадку, через которую мы можем выйти на зарубежных клиентов. Самое главное – просто ничего не бояться и сделать шаг. Поэтому продолжайте толкать ваш бизнес, и однажды он вас подхватит и понесет вперед.